кофемолке Супермол. Супермол. И этот супермол, Володя, нам нужно с тобой вместе сделать мол. Хлопец, а не заелся ли ты на кухоньке моей? А, давай-ка включаемся в работу, дорогой. Сейчас я вам хотел бы, конечно же, так. Рассказать. Но... Вот о чем. Смотрите. Здесь мы открываем кофемолку и с вами получаем вот такой вот серповидный нож, благодаря которому мы производим супер измельчение. И мы сами с вами можем регулировать степень помола. Там такой скрэмбл, ты сегодня представляешь. Я верю тебе, верю. Степень помола регулируем сами. Единственный такой момент, 75 грамм, это то, что максимум сюда может влезть. Но поверьте, это будет важным для вас знанием. Я тебе так скажу, Коль, 75 грамм. Вот я покупаю кофе, если, знаете, раньше покупал, пока вот не стал готовить кофе. Опа! Дзинкнуло, ничего? Дзинкнуло. Это мы будем сейчас есть. Я же шеф. Заглянул. Шеф. Так, вот она, наша курочка. Ну давай загляни. Давай, заглядывай. Заглянул. Доволен? Да. Я доволен. Я хочу, чтобы все зрители были довольны. Пахнет это. Еще мне, немножко. Манты колотишь. И еще немного, да? Для того, чтобы все-таки вы полностью насладились процессом, и мы насладились. Но вернемся все-таки к нашему. Я тебе хочу сказать, что раньше я брал вот растворимый кофе и пачка. 75 грамм, сколько там, 270 рублей или что-то, около 300 рублей пачка стоит. И вот я вам скажу, 75 грамм, и мне хватало этого на 2 недели. Да. Поэтому 75 грамм с чаши, этого один раз помололи, 2 недели не волнуйтесь. Итак, 2 цвета молоко и шоколад. Посмотрите, давайте загружать кофе в один. И, ну, например, перец давайте сделаем. Перец или сахар? Я сахар тебе сюда принес. Не знаю, дайте у Нины спросить. Что ты хочешь? Подожди, ты чихаешь от перца? Перец, Нина хочет перец. Давайте, я чихаю, это здоровая еда. Коль, это здоровая еда, потому что вот перец в пачках. Ты вообще вот брал когда-нибудь? Я взял, это дешевенький. Это, ну, какая-то перечная пыль. Пыль с сапог человека, который нес этот перец. Понимаешь? Очень хорошее описание. Итак, Володя, я так понял, что ты сейчас наполнил две кофемолки разными ингредиентами. В одной у нас кофе, в другой у нас перец. И что ты будешь делать пальцем-то одним? Ну, давай вместе сделаем это одним пальцем все-таки. Друзья мои, итак, обращаем ваше внимание, что вот эти две кофемолки, во-первых, из нержавеющей стали у нас чаши и ножи. Значит, что антикоррозийное покрытие экологичное полностью. И долго ножи будут служить, не сточатся. Ну и, конечно, дизайн это наше все. Защита от случайных нажатий, случайных включений. Крышки нет, ничего не включится. Да, крышка одели, одна кнопка. Готов? Сколько держим, столько и регулируем степень помола. Раз, два, три. А я что? Ты меня в розетку не включил. Вот ты молодец, слышишь? Типа это на скорость или что? Ты же знаешь, Коля, я люблю подшучивать у себя на кухне, Володя. Это была проверочка на внимательность. Поехали. Дорогие телезрители, я хочу обратиться к телезрителям. Дорогие телезрители, вот это вы сами решите, чья здесь кухня. Итак, вообще? Устраиваем голосование на номер 8900 и неважно какой, пока его и мы не придумали. Ну там на экране есть номер. Да. Итак, кто покупает кофемолку в цвете молоко, тот голосует за меня. Кто покупает кофемолку в цвете шоколад, голосует за меня. Мне нравится это голосование. Поехали. Я тебя обгоню. Но учитывая, что я тебе дал фору. Да. Друзья, посмотрите, как молит. Ах, это молодец. Чудо. Это ли не чудо? Одним пальчиком я просто... не надо заслонять, это мой эфир. Так, давай посмотрим на результат. Давай, на раз, два, три. Раз, два, три. Синхронисты мой. Еще раз хочется вам продемонстрировать. Пожалуйста, давайте, дамы и господа, подружки, хозяюшки. Перец можно молоть еще дольше, конечно же. Но мы сейчас с вами увидим. Вот он, тот самый кофе, который был помолт. И этот аромат раздается у нас в студии. Дай ложечку, пожалуйста. А вот теперь тебе ложечка. Давай покажем, покажем. Смотрите, какая консистенция. Это грубый помол, такой же грубый, как Николай. Но тем не менее, вот некоторые любят такой помол. Вот такой лучше, ты считаешь? И такого Николая, да. Мы этих людей не знаем, кто любит. Друзья, а теперь, внимание. А теперь. Та-та-та-та-та-та-та-там. Дай ложечку, пожалуйста. Да, я же сегодня у тебя на кухне подаю ложки. Молодец. Смотрите, пока Володя... Иди сюда, пожалуйста, на секунду. Пока Володя... Просто как шеф-повар, оцени. Не надо, не даже... Какой запах, оцени, какой запах. 925 рублей, вот такой запах. Ух, как бодрит. 925 рублей. Друзья, кто не знает, то в перце находится больше витамина С, чем в 100 килограммах лимона. Поэтому, вот, если вы хотите настоящий витамин С, почему у нас
грузинские долгожители есть. Потому что едят все время вот эти специи острые. Кушать острую еду, это, конечно, ну, в меру нужно делать, для того, чтобы желудок у вас был в порядке. Но лучше с натуральным перцем, и тогда будете жить долго и счастливо, и будете болеть гриппом всего одну ночь. Острая пища быстрее всего переваривается. И еще хочется вот что сказать, что здесь ты можешь, и вы можете помалывать не только кофе или перец, вы можете кориандр, сахар, вы можете корицу использовать, грубую, мелкую, вы можете абсолютно разные свои любимые специи молоть, создавать свой букет ароматов и использовать его дальше для приготовления. Всего за 925 рублей. 925 рублей! Фантастика! Невероятная цена! Выгода? Выгода 565 рублей. 565 рублей! Фантастика! Невероятная выгода! Друзья, торопитесь! У нас остается 25 секунд. 100 штук уже продано. И это супер дизайн по супер цене. Супер помог! Да, вот хотелось бы узнать, каких 100 продано. Вот таких коричневых или серых? Мы просим нам сообщить все-таки, кто победил. Это абсолютный хит. Мы сегодня с тобой идем нога в ногу. Да, 50 на 65 в пользу молочного цвета, друзья. Конечно, поровну. Кто сомневался, правда? Итак, молодцы, правильно, звоните, заказывайте. И это абсолютный хит. Мы аплодируем вам. Здорово.